Ну что ж, сейчас мы готовы объявить победителя нашего фотомарафона. Мы попросили вас для нас создать фото с ненастьем, с непогодой, которая за окном, но оказалось, что передать это было очень даже непросто, честно говоря. Но все-таки победителя мы выбрали, эта фотография набрала наибольшее количество ваших лайков, положительных эмоций. Победителем становится сегодня Виталина Барминова. Вот это фото, так чтобы понимали, тут санки на любую погоду, понимаете, потому что они с колесиками, и собакой, и стикеры, настроение у актера. Насколько я понимаю, Виталина уже не первый раз побеждает в нашем конкурсе, мы вас поздравляем. Еще раз с одной победой. И будем надеяться, что еще и еще у вас будут победы в наших конкурсах. Да. Все, друзья, на сегодня все. Да, подождите. Я еще хочу в последний момент напомнить, что все-таки сегодня Международный день ювелира. Это так, к слову того, чтобы вы могли хоть какой-то маленький подарок сделать вот в такую не очень приятную погоду сегодня своему любимому человеку. Уважаемые мужчины, как я уже вначале говорил, не будьте жмотами. Сделайте своим любимым девушкам, женщинам подарки. А самое главное, сохраняйте все-таки хорошее настроение и улыбайтесь. Приятного дня всем! Доброе утро! Всего хорошего, до свидания, пока! Молот и серп луны, свидетель и друг. Лоцман не бог и привык доверяться инстинктам. Держится крепко за спасательный круг.